Всем здравствуйте, приветствую всех на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 5 октября, и я продолжаю выставлять оценки тем перцам, которые я выращивала в этом году. Первый перчик у меня вундеркинд, это фирма Аэлита. Я выращивала его в этом году первый раз. Осталась очень довольна этим перцем, красивый, урожайный, вкусный. Пятерку я ему ставлю 100%. Следующий перец, это перец Притавит. Относится он к серии круглоплодных перцев. Притавит у меня был двух фирм посажен. Это Агрос и Притавит НС. Но вот картинка НС, она не соответствует тому, какой на самом деле вырастает. Он вот такой вот кругленький перчик вырастает. Но и тому, и другому фасовщику я поставлю пятерку, потому что перцы были очень урожайные. Вкусные, толстостенные, пятерка 100%. Следующий перец Dolce de España. Это фирма Биотехника. Конечно, получает пятерку, очень урожайный. Единственное, что этот перец не очень толстостенный. То есть он вот подходит как раз для заморозки. Я нарезаю, замораживаю и, в общем-то, зимой потом готовлю с вот этим нарезанным замороженным перцем супчики, там еще что-то. Вот для фаршировки он, конечно, не пригоден, потому что он слишком длинный, и любоваться им вообще можно бесконечно. Очень красивый перец, пятерку ставлю, выращивать буду. Перец гиганта Росса получает в этом году от меня четверку, потому что была урожайность ниже, чем в прошлый год. Поэтому четверка, но выращивать я его тоже буду. Перец колобок, он тоже относится к круглоплодным перцам, толстостенный, но я ему поставлю четверку, так как он, в общем-то, уступает по урожайности перцу Притавит. Поэтому он получает четверку. Перец Клаудио получает 100% пятерку, был урожайный, красивый. Я им любовалась. Единственное, что в этом году практически ни один перец у меня не покраснел на кусту. То есть все перцы я снимала зеленые. Пятерку Клавдио получает. Золотой лапоть получает у меня четверку, так как в этом году урожайность была ниже, чем в прошлый год. Но, тем не менее, выращивать я его тоже буду. Аристотель перец получает пятерку. Отличная была урожайность, перцы были хорошие, крупные. Пятерочку я ему ставлю. Перец Владыка. Это у нас урожай удачи. В этом году был очень плохой урожай на этом перце, поэтому я ему поставлю тройку. Перцы были хорошие, крупные, но буквально, наверное, с одного растения не больше 5 штук я собрала. То есть вот погодные условия, они, конечно, влияют на развитие наших овощных культур. Перец Слон получает четверку, был не очень урожайный, но плоды были хорошие. Банановый десерт получает у меня пятерку, перчик очень хороший. Довольно-таки много на кусту было перцев, пятерка 100%. Адмирал Нахимов получает пятерку, тоже довольно-таки хорошая была урожайность, перцы были хорошие, крупные. Дольче Итальяна, конечно же, пятерка, красивый, урожайный, 5 получает. Фиделио получает в этом году четверку, несмотря на то, что я его выращиваю каждый год, перец очень хороший, но в этом году была не очень хорошая урожайность. И перец Джемини получает пятерку. Урожайность была хорошая, плоды были красивые. Но, в общем-то, пятерки он достоин. Вот так вот в этом году я оценила свои перцы, которые выращивала. Но дело в том, что от погоды, конечно, очень много зависит при выращивании. Перца тоже в том числе. В общем-то, погода нам помешала, и поэтому не очень хороший урожай. Ну и в очередной раз напомню, что перцев я выращиваю так же, как и томатов, всего по 2 растения. Каждого сорта либо гибрида всего по 2 растения. На этом я ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока.